помещении общественной палаты Ленинского городского округа начала работу участковая избирательная комиссия. В связи с этим накануне волонтеры вывезли продуктовые наборы губернаторской помощи. Они предназначаются для управления социальной защиты. Его специалисты составили списки нуждающихся, которым и будут доставлены наборы. Загрузить 3 автомобиля волонтерам помогли сотрудники МБУ «Дурсервис» и МУПУ КЖКХ, а с выгрузкой – преподаватели спортивной школы «Олимп». Впоследствии сотрудники территориальных отделов соцзащиты и Центра «Вера» доставят их адресатам. За время пандемии волонтерский центр на базе общественной палаты проделал огромную работу, доставляя не только продукты питания. Были медицинские наборы, была отдельная партия от губернатора для ТЖС, тяжелой жизненной ситуации семей, 820 наборов нам приезжало. Были для детей-инвалидов 220 наборов. И приезжали комплекты масок по 20 штук для тоже многодетных семей, 705. В дни режима самоизоляции в волонтерском центре работало более 150 волонтеров. Ими было собрано и доставлено около 2000 наборов от губернатора. Большинство волонтеров вышло на свою основную работу, но многие продолжают помогать пенсионерам с покупкой и доставкой продуктов и лекарств.